Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Привет моим подписчикам и гостям канала! Сегодня главный герой нашего видео – топинамбур. О полезных свойствах топинамбура можно говорить очень долго. Он приносит колоссальную пользу нашему здоровью, помогает понизить уровень сахара в крови, понизить холестерин, укрепить иммунитет, восстановить работу желудочно-кишечного тракта. И это лишь маленький перечень того, чем нам может помочь топинамбур. Также топинамбур нашел применение и в косметологии. И сегодня мы с вами приготовим замечательную маску из топинамбура, которая словно ластиком стирает даже глубокие морщины с нашего лица. Готовить ее очень просто. Нам потребуется один небольшой средненький топинамбур. Да, чуть не забыла. Растет топинамбур у многих в садах, в огородах. Растет он просто легко, как сорняк, не требует никакого дополнительного особого ухода. У многих он растет в палисадниках около дома. Если же у вас просто негде вырастить топинамбур, то его можно купить на рынке у бабулек и проводить омолаживающие процедуры. Итак, первым делом тщательно моем наш топинамбур. Намытый топинамбур мы очищаем от коричневой тонкой шкурки и натираем на мелкой терке. Я натерла топинамбур на терке. И сейчас добавлю немножечко сюда миндального масла. Если у вас сухая кожа, вы можете добавить немного льняного или оливкового масла. В общем, выбирайте любое, которое подходит для вашего типа кожи. А я добавляю миндальное. Примерно 1,5-2 чайные ложечки на средний топинамбур. Полученную массу мы аккуратно раскладываем на лице. Естественно, при этом лучше лежать. Можете наносить эту смесь точечно на зону морщин, то есть там, где у вас глубокие мимические морщины. У меня, например, такая морщина между бровями. Можете наносить только на зону, на область морщин. У кого-то это носогубные складки, у кого-то это вот так же, как у меня, морщинка между бровями. В общем, каждый наносит туда, где у него есть проблемы, соответственно. И держим, как обычно, 15-20 минут. Потом смываем и наносим свой обычный вечерний уход. Делать такую маску нужно регулярно, в течение месяца, 2-3 раза в неделю. И тогда вы заметите отличный результат. Вот такую простую маску я вам сегодня хотела показать. Единственная сложность, которая для некоторых может возникнуть, это раздобыть сам топинамбур. Но я уже сказала, что его можно купить на рынке у бабулек, в принципе, без проблем. Так что начинайте омолаживаться. Сейчас как раз осень, пора интенсивных процедур для нашей кожи лица. На сегодня на этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал Позитив ММ, чтобы не пропустить интересные рецепты для нашего здоровья и красоты. Пока-пока, до новых встреч!